Из 1169 многоэтажных жилых домов в городе только 60 готовы к отопительному сезону. Однако подготовка к нему на сегодняшний день идет полным ходом. Если сравнить с прошлой неделей, то никаких изменений нет. Многие учреждения медицины и образования уже сдали акты. Сейчас они все на проверке. Всего поступило 272 заявления. Еженедельно в рамках подготовки к отопительному сезону проходит совещание с рабочей группой. Отметим, что в ее состав входят депутаты городского маслихата, члены общественного совета, руководители государственных органов, руководители ТЭЦ-2 и станции «Каргресс», представители подрядных организаций, а также активные жители города Темиртау. Юлия Исланова, Арман Абулхасымов и Игорь Истигнеев. Новости Темиртау.